«Я качок, дедушка, длинные ноги. Если ты хочешь быть таким же сильным и накачанным, как я, то ты успеешь поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. Время пошло! Раз, два, три, четыре, пять!» Ну и, ребятки, на канале Сирена Студио вышел новый крутой мультик «Мама длинные ноги против папы длинные ноги». Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. И всем привет, дорогие друзья! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. Ну и сегодня, ребятки, у нас будет новый крутой эксперимент. Ступеньки лестницы в космос. И все это, конечно же, с новыми крутыми качками, длинные ноги, лонг легс. И все это в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Вообще, да, ребятки, сегодня все качки Poppy Playtime и Длинные Ноги будут прыгать по ступенькам лестницы в космос. У нас, ребята, есть просто рубрика «Ступеньки лестницы». И, ребятки, недавно появилась новая крутая рубрика «Ступеньки лестницы в космос». Половина ступенек находится, так скажем, на Земле. На эти ступеньки работает гравитация обычно земная. Но вторая половина ступенек находится прямо в космосе, да, друзья, посмотрите. И даже есть, друзья, ступенька в виде половинки Луны. Вот, ребят, раз ступенька, потом у нас получается ступенька в виде Луны. Половинки Луны. И, ребята, последняя платформа, последняя ступенька максимальная. Это, ребятки, вот такая вот платформа, которая находится уже выше Луны. Ну и сегодня, ребятки, по ступенькам лестницы будут прыгать разные качки Poppy Playtime и длинные ноги Long Legs. Но именно, ребятки, новые качки, такие как качок-дедушка длинные ноги, качок-бабушка длинные ноги, который, ребят, качается вот такими женскими сумочками, качок-мама длинные ноги, качок-папа длинные ноги. И даже, ребятки, качок-ребенок. Ну и да, ребят, еще один новый качок. Это хоть уже не Long Legs, не длинные ноги, но, ребятки, тоже из второй главы, из второй главы Poppy Playtime. Это, ребятки, качок мопс-гусеница, вот такой вот мопс-пиджей. И сегодня, ребятки, да, эти качки будут прыгать и соревноваться, кто же из них заберется выше и кто же заберется на максимальную ступеньку, которая находится в космосе. Короче, да, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите, друзья, на колокольчик. Ну а мы, ребята, начинаем! И мы, ребятки, уже прыгали за этих качков, и за качка мопса, и за качков длинные ноги. И даже, ребят, устраивали соревнования между дедушкой-бабушкой, бабушкой-мамой, мамой, например, и папой, папой-дедушкой. И даже, ребята, они все соревновались. Да, вроде, ребят, прям все соревновались против ребенка. Короче, ребятки, мы уже устраивали много-много всяких испытаний, экспериментов и так далее. Но, ребятки, теперь все намного сложнее и интересней. Потому что, друзья, у нас новые крутые ступеньки лестницы, да. Которые ведут аж в космос, понимаете, ребята, в открытый космос. Дарк, что с тобой? Хо-хо-хо, смотри, как я отжимаюсь. В смысле отжимаешься, Дарк? Ну, на травке отжимаюсь, видишь? Ты что, на солнышке, что ли, перегрелся, а? Ну ничего, сейчас мы, ребята, в открытый космос будем прыгать. О, Дарк, реально, что с тобой происходит? Дарк, что с тобой? Сейчас мы, ребят, будем прыгать в открытый космос. А, Дарк, ты знаешь, какие температуры в открытом космосе? Там минус... Большие. Минус сколько там? Сотни градусов, по-моему, да? Короче, ребят, очень-очень холодно и... Реально, ребята, мне кажется, Дарк освежится и все будет хорошо. Давайте, ребят, раз, два, три. Что? Дарк, что ты делаешь? Не знаю, какие-то баги произошли. А ты телепортнулся, где ты вообще? Я улетел в космос с одного прыжка. В смысле, как ты это сделал? В общем, все, я беру обычного качка и гонюсь за тобой. В смысле обычного качка, а до этого был какой? Да не знаю, багнутый какой-то был. Ребята, что вообще происходит? Ладно, друзья, все, мы уже на ступеньках в космосе. Ну и, ребята, если вдруг что, я думаю, вы некоторые уже смотрели предыдущие серии «Ступеньки в космос». Но, друзья, напоминаю то, что у нас, получается, есть такие ограничители на обычных ступеньках, из-за которых, вот если ты сюда вот будешь падать, да, вот за вот эту, получается, границу, ты не упадешь. Но, ребята, кажется, уже то ли с этой, то ли с следующей ступеньки такие ограничители заканчиваются. Да, ребята, они отключены. И там, ребятки, легко перелететь ступеньку и упасть прямо в космос. О, Дарк, тебе прям повезло. Здесь уже, по идее, ограничителей никаких нету. Также, друзья, нужно максимально аккуратно прыгать прямо с платформы на платформу, иначе ты просто куда-то улетишь. Фух. О, уже, смотрите. А, я не долетел до Луны. Ну и чё, сейчас мы, ребят, за Дарка долетим. Так, разгончик, прыжок, давай-давай. О, идеально, друзья. Все, ребята, я долетел. Но тут, ребята, на самом деле сложности не заканчиваются, потому что нужно прям идеальное, ребят, расстояние рассчитать. Нужно, ребят, рассчитать идеальную траекторию полета, точнее прыжка, идеальное расстояние до платформы и выпрыгнуть с правильной точки на Луне. О, давай, Дарк, ты первый.
Да ладно, с первого раза? Хо-хо-хо, да, ты говорил, что сложно. Давай я тоже попробую. Так, прыжок. Опа! Все, ребята, мы упали в открытый космос. А, ребят, смотрите, я, кажется, понял, что делал Дарк. А у тебя, Дарк, это видно? Да, со стороны этого, кстати, не видно. А, вот что ты делал, я понял. А со стороны не видно, говоришь? Понял. Нет, не видно. Я думал, видно, думал, о, сейчас прикольную штуку покажу. Ладно, ребятки, давайте мы попрыгаем за этого ребенка длинные ноги, за качка ребенка длинные ноги. И, ребят, прям попробуем запрыгнуть на максимальную платформу. Так, ребят, кушаем, так скажем, допинг. Вот, ням-ням-ням. И прыжок. Давай, идеально, нет, перелет, да ё-моё. Ладно, все, ребятки, последняя попытка. Прыжок, давай-давай-давай, опа, и есть, фух. О, наконец-то. Как же, ребята, было реально тяжело. Ты что делаешь? На. А, за что? Все, ребятки, комета вниз улетела, упадет куда-нибудь, ребята, какую-нибудь планету другую. Хо-хо-хо. Ладно, друзья, давай теперь попрыгаем за других качков длинные ноги, а их, ребятки, еще довольно-таки много. И вообще, смотрите, ребят, как жизнь красива, да? Вон половинка Луны, вон, ребята, у нас, смотрите, планета Земля, ее прям видно. О, слушай, давай теперь попрыгаем за качка мопса-гусеницу. Мы, ребятки, за него довольно-таки давно прыгали, и, кажется, буквально несколько раз, или даже вообще один раз. Вот, давайте, ребят, попрыгаем по ступенькам лестницы. Так, давай, Дарк, на счет три. Ты оттуда будешь? Ну, да. А я отсюда, раз, два, три, все, побежали. Прыжок, о. Смотрите, ребята, куда мы с первого раза просто улетели. У-ху! Так, давай-давай-давай-давай, выше-выше-выше. Вот, хорошо. Сейчас мы, ребятки, уже, кстати, будем прыгать. Вот, очень-очень опасно. О, я засейвился, кстати, Дарк. А ты засейвился? А я как Супермен лечу, смотри. А, я ты улетел? А, подожди, в смысле? Я на Луне. Ребят, короче, давайте будем немножечко читерить. Вот, все, если мы на последней ступеньке. Если мы, ребят, не долетаем, можем немножечко, видите, использовать суперспособность мопса и телепортироваться. Так что, друзья, я думаю, ничего сложного. Так, опа-на. Все, я на последней. А как так быстро, кстати, а? Хо-хо-хо. Опа, я тоже здесь. Слушай, это было прям супер легко. Вот ты каким-то образом сделал это супер быстро. Как ты это сделал? Я Супермен, сейчас облечу вокруг планету все. А, подожди, так можно? Да. Ребят, смотрите, реально, обалдеть. Кстати, подождите, я отсюда могу, ребята, вот так вот взять, просто выпрыгнуть и туда телепортироваться? А, ну, не совсем. Воу, ребят, смотрите, мы реально летаем. А, обалдеть, о, Дарк, привет. Мы планету облетаем вокруг. А ввысь можно взлететь? Да, конечно. А у меня что-то не получается. Вон, все, смотри, на Луну лечу. Подожди, а как, как, ребятки, взлететь вверх? У меня не получается. Так, давай, давай, мопсик. Давай, мопсик. Ребята, а почему я не могу вверх куда-то взлететь? Почему только вниз? Дар, как ты взлетаешь вверх? Я просто вверх смотрю и взлетаю, зажимаю пробел. У меня что-то не получается, у меня не получается. А, во, о, подождите. Летаю. Ребят, получилось. Но, правда, я на планету Земля приземлился, а не на Луну. Ладно, ребята, думаю, это довольно-таки легко исправить. Смотрите, друзья, берем, прыгаем. Вот, оп. Оп, еще, ребята, прыжок. Так, давайте, друзья, не будем долго ждать. Так, тихо-тихо-тихо. Еще, ребят, вверх прыгаем. Вот. Приземляемся. Еще давайте выше. Сюда давайте, ребят, попробуем. Нет, не получилось. Дарк, я снова летаю. Что такое? О, ну не. А, я, кажется, понял, как высоко, ребят, летать. Во. Нужно прям камеру высоко поднимать. А, вот оно, ребята, чего. Так, 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 так. Сейчас, друзья. Ох, почти на Луну, кстати, приземлился. А я уже на последней ступеньке снова. О, и все, ребят, я на Луне. Обалденно. И, друзья, прыгаем на последнюю ступеньку. Так, прыжок. И... Ах ты, блин! Камнями тут бросаешься. Ну, иди сюда. На. Да, ничего у тебя не получится. Ах ты. На. Дарк, давай без этого удара. Давай, ладно, без этого, ладно, удара. Так, о. Я тебя первее сейчас брошу. Давай, кто кого сбросит. О, ребят, кстати, прикольная игра, по-моему. Кто кого реально сбросит. А-а-а! Ах ты, блин. На. Так, 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 давай, 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 давай. На! На! О, давай, 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 давай. Ребятки, совсем немного. Немножко остается. Сейчас мы Дарка сбросим. О, а, нет! Жив, жив, жив! На! Есть! Ну и, ребятки, да, довольно-таки прикольно получилось. Дарк, кстати, все равно, ребят, видите, улетел куда-то. И давайте мы теперь попрыгаем за других качков длинные ноги.
Это, правда, был не качок длинные ноги, но мы сейчас, ребят, за них попрыгаем. Но теперь, ребятки, Mommy Long Legs качок. Да, ребятки, качок, мама длинные ноги. Дарк, ты готов? Конечно, готов. Давай, раз, два, три. Побежали. Хо-хо-хо. Ну, кстати, ребят, после мопса гусеница мама длинные ноги так себе прыгает. Хотя, в принципе, все равно довольно-таки неплохой результат. Так, прыжок. Давай, вот, все отлично. Еще, ребята, выше. Вот, долетели. Кстати, ребят, смотрите, мама длинные ноги прям идеально, реально, практически прыгает. А, нет, нет, а, что, нет, нет. Фух. Упал. Нет, я сейвился. Фух. Прям, ребят, на краешке. Ага. А. Что, да выпендривался, да? Они запрыгивают сюда. Да, все. Ой, я живой. Сейчас, подожди, может, разгон нужно повыше? Как думаешь? Ой, повыше, побольше. Так, прыжок. Давай, давай, давай. Не, ребят, все. Мама длинные ноги, получается, не долетела даже до ступеньки луна. Давай, Дарк. Прыжок. И все, да? Слушай, подожди, 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 подожди. Давай я тебе немножко помогу. А попробуй до луны сразу допрыгнуть. Получится у тебя, как думаешь? Нет, все. Нет, не надо, дядя, нет. Все, ребята, мама длинные ноги улетела вниз. Ладно, 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 у нас есть, друзья, еще папа длинные ноги. Кстати, да, ребят, если что, эти ступеньки в космос повыше будут, чем обычные ступеньки. И, конечно же, как вы заметили, намного-намного сложнее. Если что, мы, ребят, вы помните, на обычных ступеньках крайне редко падаем вниз. И то, ребят, чаще всего, когда всякие баги там и так далее, какие-то, ребят, недочеты у монстров, да? Ну, то есть, ребят, так скажем, не по нашей вине. Тут, ребят, на самом деле, реально легко, видите, упасть. Буквально немножечко небольшая ошибка, и ты уже падаешь вниз в открытый космос. Давай, Дар, готов? Теперь давай попрыгаем за пап длинные ноги качков. Вот такие, ребят, огромные, накачанные папы-халки. Раз, два, три. Побежали. Ого! Вот это он реально уже прыгает, так прыгает. Ну, слушай, это явно кандидат, чтобы допрыгнуть до последней ступеньки. Да-да-да-да. Папа длинные ноги, по-моему, намного и ребенка лучше прыгает, и мамы длинные ноги лучше прыгает. Ну, мопса гусеницы вряд ли, конечно, лучше. Но вот, ребят, ребенка и мамы реально намного, ребят, он лучше выпрыгивает. Так. Мопс гусеницы, мне кажется, вне конкуренции, он вообще летать умеет. А, подожди, фух, я что-то не упал. Да, я это видел. Миллиметраж. Так, Миадарк, ребят, обгоняет. Мне кажется, ребят, за папу довольно-таки будет легко. Нет, 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 нет. Фу. Да-да-да, ай-яй-яй. А, Дарк, я все понял. Ты хотел, чтобы я упал, ах ты, а. Вот ты жук. Ну и, ребятки, за папу. А, да о, как же так? Так тебе и надо. Ребята, прыгаем за папу. И перепрыгиваем. Так, ребята, еще одна попытка, прыжок. Мне кажется, друзья, прям нужно по минимуму прыгать. Давай, 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 давай. Есть. Я запрыгнул. Серьезно? Прям практически уже был на линии, на границе, чтобы упасть. О, красавчик, Дар, красавчик. Так, ну и ничего. Новая, ребят, видите, у нас игра. Сталки называется Дарка. Хе-хе-хе. Ну только давай, без самых мощных ударов. Ах ты, блин. На, на, а, на. Ща я тебя столкну, Дарк, ща я тебя столкну. О, давай, давай. Давай! Последние, ребят, удары! На! Да не, удар, говорю, без этих ударов. Ну ты обалдел вообще, а? Взял такой, перебежал. Ну все, ребят, Дарк тут чисто у нас технически проиграл. В смысле? А то есть когда ты за мопса отбегал и сейчас отбегал, это значит, ну, не считается, да? Я вообще-то отбегал, когда вообще-то ты меня не бил. А тут я тебе уже практически скинул, такой взял, отбежал просто. Еще и использовал запрещенные удары. Так они нет, вообще не скидывают. Такая разница, ты меня практически убил. О, давай, давай, на, на, давай, давай, ребята, так, на, есть. О, на луну упал. Ладно, ребятки, теперь давайте попрыгаем за новых крутых качков. За бабушку и дедушку длинные ноги. Ну что, ребятки, теперь давайте попрыгаем за одних из самых сильных качков. И, ребятки, возможно, даже самых сильных качков среди всех длинных ног. Готовы, ребята, сейчас давайте попрыгаем за качка бабушку длинные ноги, а потом, ребята, еще попрыгаем за деда качка. Так, ты решил отсюда? Ну, давай с тобой. Раз, два, три. Че, Дарк, как думаешь, ты меня сможешь обогнать? Даже если обгоню, ты, как всегда, мне скинешь с луны, потому что придумаешь какие-то новые правила. Да какие новые правила? Тебя легко взял и вытолкнул прям все по правилам.
Так. Потому что я перестал отходить из-под ударов, потому что из-под ударов отходить. Ну иначе мы бы так эти битвы полчаса бы проводили. Так. Ладно, ребята. Прыжок. Ну и чё, сейчас мы, ребят, запрыгнем, еще с Дарком подеремся там. За бабулек наших. Если, конечно, они, ребят, допрыгнут. Так, давай, бабушка. Это ты зря. О, фух. Запрыгнул. А, хотел тебя скинуть, ладно. Вот ты, конечно, Дарк, а? Реально жук. О, бабулька не долетела! Я думал, с первого раза смогу. Ладно, друзья, давайте сейчас будет еще одна попытка. Нужно, друзья, прям хорошенько разогнаться и... О, все! Блин! Хо-хо-хо! Ну что, Дарк, могу сказать, поздравляю, сейчас я к тебе тоже залечу. О, давай-давай-давай, идеально, по-моему. Так, на, давай-давай-давай, получай, бабулька. Так, так-так-так, на, о, ах ты, блин, а? На! Да блин, ребят, почему бабушка Дарка, бабушка длинные ноги, бьет 2-3 раза, а моя всего лишь одна... Ха-ха-ха, наконец-то, ребята. Капец, ладно, ладно, проиграл, ребята, здесь. Ну и, ребят, сейчас я отыграюсь, давайте, за деда длинные ноги. Давай, Дар, готов? Остается, друзья, последний качок. Дедушка длинные ноги, сейчас мы, ребята, за него попрыгаем. Да, дедушка сейчас даст жару. Давай, раз, два, три, побежали. Так, прыжок. Смотрите, ребят, дед летит, и шляпа вместе с ним летит. А что, прикольно, ребят, прикольно. Так, прыжок, еще, ребятки, прыжок. Тихо-тихо-тихо-тихо. Фух, здесь, ребята, еще были ограничители, так что повезло. А вот здесь, ребят, их уже нету, так что нужно уже прям аккуратно... Нет, нет, рассчитывать, давай-давай-давай. Фух, вроде засейвился. Так, прыжок. Тихо-тихо, вот. Сейчас, ребятки, давайте разгонимся и залетим на Луну, точнее, половинку Луны. Ну и, друзья, давайте прям попробуем с первого раза запрыгнуть на вот эту платформу. Давай, давай, давай. Да, с первого раза. Серьезно? Ты да. Что творишь? Я прям даже, ребят, не останавливался. Ай, не смог. Давай, Дарк, я тебя жду. Пора тебя сбросить с этой горы. Ха-ха-ха. Точнее, с этой платформы. Давай, вот, красавчик, летишь. Давай, давай, давай. Так ты же еще бьешь, и не долечу по-любому. Долетишь. О, давай, 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 давай. О, молодец, долетел. Так, на. О, кстати, дед, смотрите, ребят, реально мощно отбрасывает. На. На. Ща. Давай, ах ты ж, блин, а. На. Давай, давай, удар. Блин, ай, ребятки, почти. На. 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 Ах ты, блин. Да как так попадаешь? Да че ты так сильно меня отталкиваешь? Я тебе так слабо. А! Ребята, нет! Так, 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 все, все, тихо, тихо, тихо. На! На! Сейчас мы, ребят, победим! Получай! А что ты свою шляпу тут бросаешь, а? Шляпа ты усатая. Так, точнее, бородатая. Так, 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 так. А! Аккуратней! Ай! Ай! Бьют деда! Да почему ты не пьешь, дед, бей давай! Не пьешь, ты сказал? Я сказал, не бьешь, а потом сказал, не пей, да? А, нет! А, подожди, не считается, я на Луну упал. В смысле, а я в прошлый раз тоже как на Луну падал, ну, ты ничего об этом не сказал. Ну, все, понимаешь, правила, правила, ладно, ребят, проиграл. Ну, техническое поражение, все уже, техническое поражение. Короче, ребятки, получается, у нас все допрыгнули до посредней ступеньки, кроме качка мамы длинные ноги. Да, ребят, запрыгнул и мам с гусеница качок, и папа качок, и ребенок качок. Подожди, ребенок же запрыгнул? Да, ребят, запрыгнул. И дедушка качок, и, конечно же, бабушка качок. Короче, да, ребятки, вот такая у нас сегодня обалденная серия получилась. Давайте, ребят, всех заспавним, кто сюда добрался. Ну, короче, ребят, все, кроме мамы длинные ноги. Давайте, в принципе, ребят, и маму длинные ноги заспавним. Не забудьте, ребята, подписаться на канал, поставить лайк. Ну, а с вами, как обычно, были я, Слайкмаст. И, конечно же, Дарк. До встречи, ребята, в новых роликах. Всем, ребята, желаем удачи. Всем, ребята, до встречи. Пока-пока. Всего хорошего, ребята.